Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодняшнему вашему вниманию предлагаю ручку, которая, скажем так, похожа на некоторые ручки не китайских производителей, но сделана как бы вот так вот очень похоже. Вот в такой вот коробочке написано, что это Pantone. Что такое Pantone, понятия не имею. Но, тем не менее, внутри, бултыхаясь и крутясь, находится вот такая вот ручка. Коробочку в сторону. Ручка. Чем мне понравилась эта ручка? Во-первых, она прозрачная. Мне очень нравятся прозрачные ручки. И я думаю, вскоре, я тут сделал несколько покупок прозрачных ручек различных фирм. Мы посмотрим, как они пишут и что они себя представляют. Естественно, что это как бы пародия на Lamy Safari. Ну, это так называемая, каких-то опознавательных знаков на ней нет особых, но как китаец пишет, эта ручка Kevin and Sasha Craft. Что уж это такое, понятия не имею. Ну вот, есть такая ручка. Полностью пластик, клипса железная, впаянная в колпачок, я так понимаю. Вот тут, ну тут все крепления видно. Покрупнее мы это все увидим. Держатель сам, как видите, двойного назначения. Половинка прозрачная для ручки, и еще одна такой, как бы внутри колпачок, еще один для ручки. Перышко очень похоже на Lamy Safari. Само перышко EF. Это очень самое мягкое перо. Толщина пера 0,38 мм, как говорит китаец. Не знаю. На фидере. Фидер плоский. На фидере написана цифра 4. Внутри. Что из себя представляет внутри? Прозрачный колпачок. Совершенно тоже прозрачный механизм забора чернил. Винтовой. Тоже все прозрачно, все на виду. И, соответственно, вот у нее-то как раз стандартный картридж. Он совершенно к ней подходит, совершенно спокойно. Чик. Сейчас покажу, как эта ручка пишет. Ну, я открою секрет, я ей уже писал. Да, стандартные ее величины. Это длина этой ручки 135 мм, диаметр самый большой 15,3 мм и вес 19,8 граммов. Очень легкая, но очень привлекательная. Не знаю, мне очень понравилось. Итак, сейчас, секунду. Итак. Thank you.
Итак, впечатление о ручке Кевин и Саша Крафт очень приятное. Очень тоненькое перо. Прямо такое вот четкое. Мне очень нравятся такие перья. Единственное, что, конечно, оно не такое уж и мягкое, как они написали, что это ЕФ. Прям вот такой вот мягкости не чувствуется. Но вот именно четкость и такая выверенная толщина линии прям вот присутствует. Поэтому очень рекомендую эту ручку. Цена ее 147 рублей всего лишь. Поэтому студентам, школьникам. Тем более она прозрачная, современная, очень похожа на дорогую ручку. Ну, на самом деле, это китайская стандартная ручка. Сделанная, да, сделана качественно. Посмотрим, как она будет в эксплуатации. Поэтому эту ручку рекомендую. Магазин будет под роликом в описании. Там же будет и цена полностью, и полностью ее описание. Поэтому читайте, покупайте, приобретайте. Я эту ручку рекомендую. Да, и в конце ролика хотелось бы сказать, что есть много задумок. Я думаю, что следующие ролики — это будет у нас сравнение часов, которые прошли уже некоторую эксплуатацию и про которых я могу сказать просто, что они себя представляют по жизни. Потом у нас планируется, скоро мы попытаемся сломать ручку, это по просьбе наших подписчиков, ну или просто посмотреть, как можно вытащить перо у ручки, забыл какая, ну там еще у меня она есть. И, соответственно, жду ваших предложений. Может быть, на ваш взгляд, какие-то есть ручки, которые можно посмотреть, как что с ними делать. С часами пока что не очень, не очень. Пока что новых... А, нет, идут у меня новые часы. Посмотрим. А на этом все. До новых встреч. Удачи.